Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня мы с вами будем разбирать и соединять вот такой вот мотив. В первых видеокадрах вы видели шаль. Насколько я поняла, она связана именно с таких мотивов. То есть, вот смотрите, у нас уголок, да, и постепенно увеличивая, заполняя, мы можем с вами получить вот такую вот шаль. Связана как раз мотив у меня из шерстяной ниточки тоненькой в три сложения. В 100 граммах 1500 метров. Да, вот так вот у нас выглядит шаль. Но никто нам не мешает сделать из хлопковой ниточки. Вот она выглядит вот так вот. Немножко у меня побольше толщина нитки. Но, в принципе, я так думаю, что это может быть любая нитка, как хлопковая, как какая-нибудь смесовка. То есть тут вариантов много. Опять-таки, для любого изделия, на мой взгляд, и платье, туника, какие-то вставки, какая-то кайма, все что угодно. Вот такой вот у нас сегодня будет с вами мотив. Итак, приступим. Начинаем мы с вами с первой воздушной петельки. И еще 8. 1, 2, 3. 8 воздушных петель мы с вами связали. Заходим в первую соединительные, ниточку вдоль, петелька подъема, и в колечко будем вязать 16 столбиков без накида. Второй, третий, 16 столбиков без накида мы с вами связали. Заходим в первый столбик и вяжем соединительную петельку. Связали соединительную, и с этой точки 3 воздушных петли, которые будут соответствовать столбику, и еще 3 петли расстояние между столбиками. Накид. Один столбик на основании пропускаем, во второй столбик с одним накидом. 3 петли через одну петлю на основании, столбик с одним накидом. То есть в итоге у нас должно с вами получиться 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и вот 8 столбик. Последние 3 воздушных петельки. В третью петлю подъема соединительная петля. А соединительной петелькой перехожу под арку. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Заходим под арку и вяжем 4 столбика. С петлями подъема у нас должно получиться с вами 5 столбиков с тремя накидами. Так мы такое количество столбиков с тремя накидами мы будем вязать в каждую арку. 1, 2, 3. Вот 4 и последний, 5 столбик. А между этими наборами столбиков у нас будет с вами 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 воздушных петель, 3 накида. Переходим в следующую арку, 5 столбиков. И так повторяем по кругу. Обошли по кругу, в каждую арочку связали столбики. 10 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И мы с вами заходим в последнюю петельку подъема, в пятую, и завершили этот ряд. Далее мы должны с вами перейти в третий столбик соединительными петлями. Вот у нас вторая соединительная петля, и вот третья. Вот так. Отсюда мы с вами делаем накид. Я делаю, захожу под арку и вяжу первые 8 столбиков с одним накидом. 2, вот 3. Первые 8 столбиков мы с вами связали. 1 воздушная петелька, накид, и с этой стороны арки тоже 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
и восьмой столбик. Есть 8 столбиков, и мы фиксируемся 1, 2, 3 в третий столбик нижнего ряда. Мы связали с вами столбик без накида. Вот так. Опять делаем накид и переходим в следующую арку. И повторяем все точно так же. Все вот арочки вяжем одинаково. Обошли мы с вами по кругу. Смотрите, кого интересует, допустим, какая-то аппликация, вот у нас, пожалуйста, красивый цветок. Да, для, возможно, кто-то что-то вяжет, и аппликация тоже будет вам в тему. Теперь смотрим последний столбик. Мы соединяемся с точкой, с которой выходили соединительная петелька. Вот здесь у нас, вы помните, есть арочка одной воздушной петли. Поэтому мы сейчас с вами по всем столбикам аккуратно доходим до этой арочки. Вяжем соединительные столбики. Вот так. Сейчас дойдем. Вот еще одна соединительная. И зашли арочку тоже соединительной петлей. С этой точки я вяжу 3 воздушных петли, которые будут соответствовать столбику. Накид, захожу под арку, столбик с одним накидом, 2 воздушных петли, накид, и в эту маленькую арочку еще 2 столбика с одним накидом. Вот такой вот с вами связали набор столбиков. Следующий набор столбиков мы тоже будем вязать в арку, но он будет отличаться. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3. Мы заходим в эту маленькую арочку и вяжем первый столбик с 3 накидами. Первый, второй столбик. Три воздушных петли, 3 накида и еще сюда же 2 столбика. Первый и второй. Два набора, одна арка. Вторая арка. 1 2 3. 3 накида и опять 2 столбика. 1 и второй. Все мы вяжем это с вами в маленькую арочку. 3 набора, 2 арки, третью арку делаем. 1, 2, 3, опять 3 накида и еще 2 столбика. Первый и второй. Смотрим. Смотрите, что мы с вами получаем. Мы получили с вами 4 набора по 3 накида и 3 арки. 10 воздушных петель, и переходим и вяжем в следующую арочку вот такой набор столбиков. Через 10 в эту арочку вяжем такой набор. И так чередуем. У нас должно быть 4 таких набора и 4 таких. Так, смотрим, что у нас с вами получилось. 4 угла, 4 стороны. По сторонам у нас по 2 столбика, а здесь у нас с вами по 2 столбика 4, а здесь по 2 столбика дважды. Теперь мы последние 10 воздушных и соединяемся с третьей петелькой подъема. Соединительным столбиком переходим под арочку и здесь вяжем точно такой же набор. 3 петли подъема, столбик, 2 воздушных петли, накид и еще 2 столбика. 1 и 2. Вот так. Ну, а здесь мы с вами сейчас нечто другое сделаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Между этими 2 столбиками зашла, связала столбик без накида.
Как я поняла по схеме, здесь у нас идет полустолбик с накидом. Вполне возможно что-то другое. Если вы поймете по схеме, значит вяжите так, как вы понимаете. Накид. Вязать столбик с одним накидом. Над этим столбиком мы вяжем с вами пико из 3 воздушных петель. Вот таким образом. Теперь, на мой взгляд, многовато столбиков, но вяжем так, как показано по схеме. Один столбик, второй столбик, третий столбик с одним накидом. Над ним мы опять с вами вяжем пико, то есть продлеваем, вяжем 3 воздушных петельки и возвращаемся в вершину столбика. Накид. Вяжем под эту же арочку еще 2 столбика с одним накидом. Один и второй. Накид. Третий столбик. И над этим столбиком тоже пико. 3 воздушных петли. Возвращаемся на вершинку. Захватываем ниточки и провязали. После вот этого столбика я вяжу полустолбик с накидом. И столбик без накида мы вяжем с вами между 2 столбиков. Вот так вот мы будем вязать в каждую из этих арочек. Вот такой вот набор. То есть мы с вами связали столбик без накида. Теперь я делаю накид, полустолбик, накид, столбик с одним накидом. Над этим столбиком пико. Далее у нас с вами 2 столбика без пико. Третий столбик у нас будет с пико. Ну и далее, как вы понимаете, мы повторяем с вами все точно так же. Вот так у нас с вами выглядит полный наш мотив. Да? И теперь давайте посмотрим, как мы можем соединяться. Это хорошо видно на схеме. И, к примеру, вот я хочу присоединить... Вот у меня идет рабочий мотив, да, и мне нужно присоединиться. В данном случае вот у меня центральная арка соединения, да, я первый пико пропускаю, и в центральном пико, вот наше, ага, вот оно центральное, вот центральное пико, видите, готового мотива, здесь 1, 2, 3. 3 пико. Значит, вот с этим третьим пико я соединяюсь. Мы пропускаем с вами первое. Мы пропускаем, я вот, кстати, не довязала, центральное пико. Да, теперь у нас 2 столбика. 1, 2. И третий столбик уже будет с пико. То есть это на второй, на центральной арке последнее пико. В одном случае это будет последнее, когда здесь у нас будет первое пико. То есть вот, вот с этим пико, видите, первый, вот второй центральный, первый, второй с третьим, и я соединяюсь. Протягиваем нашу рабочую нитку, что-то зацепилось. Довязываем и делаем пико. Это первое соединение. Второе соединение у нас будет уже с этой арочкой. Здесь я довязываю этот и начинаю следующий. Обвязывать следующую арку. Итак, вот смотрите, третью арку обвязываем. Первое пико сделали. И теперь второе или центральное пико я соединяю. Вот где наше вот третье. Что-то я тут... Ага, вот оно. Вот с центральным готового мотива прошла, закрепила и соединила. Далее я довязываю этот часть этого, но у нас, как видите, произошло соединение с центральным по краю. А если бы у нас было здесь с вами, то прошло бы вот с этой частью и вот с этой. Уже вот сюда бы шел бы у нас квадрат. Это все хорошо видно на схеме. Схема будет. И еще у нас с вами будет соединение вот с этой арочкой. Дошла я до вот как бы 2 наших столбиков. Здесь у нас идет арка из 2 петель. Я связала, ну, можно во вторую петлю, можно вот так, как я, и протяну через эту арку, да, накид и довязать
наши столбики. Вот так. Далее 10 воздушных петель, и мы с вами соединяемся вот с этой частью. А здесь тоже мы соединяемся с первой центральной, и из центральной мы соединяемся с первой. Так, я завершила соединение, и вот что у нас с вами получилось. Да? Если говорить о шале, то вот, пожалуйста, первое соединение, сюда мы с вами третье, четвертое, и так можем постепенно расширять и делать нашу шаль. Если нам нужно какое-то другое полотно, значит, согласно нашей выкройке, мы тоже можем соединять. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось — ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч!